Святейший патриарх Московский Всея Руси Кирилл завершил первосвятительский визит в город Торжок. Это был третий по счету визит предстоятеля Русской Церкви в Тверскую область. Впервые он побывал здесь в 2010 году. В каждой такой поездке патриарх знакомится с тем, как живет митрополия. В Торжке его святейшество посетил несколько храмов города, в одном из которых ему подарили вышитую золотошвеями плащаницу. Деревянный храм в честь Тихвинской иконы Божьей Матери построен в 1653 году. Патриарх Кирилл посетил церковь в сопровождении митрополита Тверского и Кашинского Савы и губернатора Тверской области. Со смотровой площадки поблизости храма открывается вид на реку Тверцу или в обережную часть Торжка. В самой церкви, осмотрев сохранившиеся росписи 18 века, патриарх обратился к настоятелю церкви и игумену Корнилию Малинину. Прекрасный храм, замечательный. Но служба совершается здесь, да? Совершается периодически. Надо обязательно совершать, чтобы он жил. Иначе храм превращается просто в здание. Обязательно нужно здесь, чтобы молитва была и люди собирались. Отец Корнилий. Ну вот береги эту святыню, замечательное место, с особой духовной атмосферой. Михаило-Архангельская церковь расположена на высоком полуострове. Построена в 1758 году на месте двух более старых храмов, предположительно сгоревших в большом пожаре. В 30-е годы 20 века в церкви еще покоились мощи святой благоверной княгини Иулиании Вяземской, преподобных Ефрема Новоторжского и Аркадия Новоторжского. Предстоятели русской церкви здесь встречали по русскому обычаю хлебом с солью. С настоятелем храма, архангела Михаила, патриарх знаком по совместным трудам в Смоленской епархии. Отец Николай коротко рассказал об истории церкви в годы советской власти. Этот храм был закрыт, здесь был склад, там пекарня, ну недолго, в 1936 году. А в 1945-м как бы открыли после так, а официально в 1946-м на Благовещение открыли. Скажи, мне кажется, Василий Ратмиров, владыка, с какого по какой год? Он очень недолго здесь был. А сколько, мне интересно? Не знаю. Во время войны? Да, вот в конец войны. Если 1946 год был, значит, да. Это было... Вот про него очень интересная статья в моем периоде, 2003 год. Вот как он с разведчиками, да, с нашими, да, это было очень интересная статья. На память о посещении храма святейшему владыке подарили плащаницу, созданную мастерицами торжокских золотошвей в древней технике золотного шитья. Патриарх преподнес в дар храму Казанскую икону Божьей Матери и сказал в адрес настоятеля протоиерея Николая Алексеева добрые слова. В центре Торжка возвышается еще один храм – Спасо-Преображенский собор. В настоящее время идет подготовка к реставрации этого памятника культуры.